игривые, серьезные, видавшие виды, загадочные. Это все не о людях, это о скульптурах и фонтанах нашего города. У каждого есть своя история и предназначение. Один стал местом встреч, второй вдохновляет задуматься об искусстве, а третий же напоминает о прошлом. В этом году нашей любимой Элисе исполнится 156, и в преддверии мероприятия мы хотим рассказать о любимых и значимых местах нашего города. Скульптура «Три маленьких богатыря» – небольшой уличный памятник и одна из множества ярких достопримечательностей Элисты. Скульптура расположена в самом центре города, на бульваре рядом с детской гимназией, как и многие другие уличные памятники, украшающие современную Элисту. Скульптура «Три маленьких богатыря» была создана в 1997 году в рамках конкурса «Биеннале», проходившего в Калмыкии. Работа принадлежит заслуженному работнику культуры Калмыкии, скульптору и художнику Петру Джиевичу Тазаеву. Идеи и образы Петр Тазаев черпает преимущественно из калмыцких сказок и поговорок. Творец посвятил свой памятник всем калмыцким детям, которые мужественно переносили тяготы своего народа наравне со взрослыми. Я думаю, эта скульптура очень интересная, вот, тем более здесь вот, она на месте стоит. И вот люди ходят и смотрят, и вот гимназии, вот скульптура про детей. Вот. Образы взяты с нашего эпоса, с Джангара взяты. В эпосе есть вот три мальчика, которые тоже идут там, завоевывать там какое-то царство. Вот. Я хотел это отразить, характер каждого мальчика. Вот, вот этот мальчик, который сидит, это сам был такой интересный, это смешной такой мальчик. Это такой боевой. Вот. А вот его третий мальчик, да, тоже это очень серьезный мальчик. Вот. Ну и вот, это история по трех мальчиков, я думаю, что кто читал эпос, знают. Поэтому, я думаю, скульптура достойно стоит на своем месте. Три человека, три характера, но в едином порыве. Герои полны достоинства, которые не трепещут от невзгод судьбы своего народа, а наравне со взрослыми переносили тяжбы в нелегкое время. Они подобны героям Джангара, решительны и патриотичны. Скульптура «Три маленьких богатыря». Это небольшой, но все же памятник. Ну и несмотря на его изящество и символизм, он, конечно же, притягивает взгляды прохожих и туристов.